Всем привет, дорогие друзья, с вами Страйкс, мы продолжаем играть в 7 Days to Die. Опять пришла кричалка, представляешь? У нас тут небольшие перемены, кстати. Вот сюда я еще хотел фреймы запихнуть. И не запихнул. Так, а где они у нас? Дерево давай возьмем. Так, это надо бы сплавить. И давайте мы немножко поделаем цементика. Целый день, целую ночь у нас постоянно что-то там электрошокит кого-то. Постоянно они ходят к нам. Так, это не понадобилось. И это осталось, это хорошо. Так, и давайте я сделаю фреймов штучек, так, наверное, 40. Надо еще топить ими. В общем, всего понемногу. Что мы сегодня будем делать, ребят? Расскажу, давайте. Ну, во-первых, вот эту я потолок заделаю. Пока что деревянный, ребята. Не знаю, в дальнейшем может быть и бетон. Но пока дерево. В принципе, сверху-то нет угрозы-то. Вот с боков могут копануть, а сверху-то вроде как они не копают. Так, ну-ка. И сейчас пойдем, у нас 17-й. Сколько там нам у нас остается-то дней? Да. Еще одной орды. Я не помню. 19-й, по-моему, день, да? 19 по 20, по-моему, нет? В общем, я запутался. Погнали мы. Да, пока там цемент делается. Бетон, точнее. Мы пойдем в ту сторону и будем прокладывать электричество. Только я единственное с собой не взял, конечно же, движок, да? Молодец. Ну ладно, может, мы его скрутим. Раз у нас гаечный с собой. Поставил я вот такие решетки, не знаю, показывал я в серии, не показывал, по-моему, не показывал. Вот такие решетки, здесь я прокопал еще. Еще прокопал, правда, вот это я хочу делать сразу из бетона. Пока что здесь стоит дерево. Так, печки все выключились, да? Не знаю, включать сейчас их или нет смысла там. Так, давай, вот это я, конечно, закину. Давай, вот. Так, здесь все вроде хорошо. Так, у нас есть... А тут, по-моему, был... А, тут нубский двигатель стоит. Ну, тогда хватит, да? 62, а может и не хватит, не знаю. Так, нам что нужно? Нам нужно электричество протянуть, потому что мне кажется, что я орду не вытяну без электричества. Так, отсюда у нас куда? Доверху дотянется? Я думаю, дотянется. Ну, погнали. Сюда сейчас поставим рубильник. Ну, что так светло? А... Понятно. Давай поставим рубильник куда-нибудь вот сюда. Дотянемся мы? Я думаю, что дотянемся. Должны. Но здесь бетон, здесь уже ничего страшного, да? Так, ну давай. Здесь что, скрутить могу? Не могу, да? Конечно же не могу, потому что сюда уже ничего... У нас не достает. Клаймблок можно, в принципе, запихнуть куда-нибудь сюда посередине, если его сделать. А надо было, конечно, было бы его сделать, желательно. Так, ладно, все это лирика. Давай-ка мы пойдем ток отсюда. Погнали. Только хвати, только хвати. Только, пожалуйста, хвати. Отлично. Ну все, мы запитались. Дальше меня как бы не беспокоит. Нам надо сейчас часть блоков срубить и заодно как раз вот эти вот боковинки забетонить. Я думаю, что с вот этой стороны начнем. И, наверное, с вот этой стороны надо отсюда протянуться. Мы потом дальше пойдем электричеством спокойно через вот эти штуки. 6, 1, 2, 3, 4. Слушайте, а нам не хватит. Нам надо тогда 1, 2. Ну ладно, сейчас поставим пока что сколько хватит, а потом еще сделаем. Думаю, что все хорошо. У нас день впереди. Все у нас неплохо. Давай, оп. Так. Да, у нас вилтнес, или как оно там упало. В общем, хп у нас теперь меньше, потому что я сдыхал, бил зомби много. Сдыхал, качался и так далее. Так, давай-ка мы пойдем. Где у нас меньше всего, чтобы демонтаж был легкий? Наверное, отсюда. Я что хочу-то? Я хочу сделать, чтобы у нас часть вот эта вот внутренняя была защищена под электричеством. Тихо-тихо, ты ломай поле.
Во. И давай... А, я бетон с собой взял, да. Давай-ка мы сюда пройдем. Забетонимся. Во. А то у нас там было жопа-то не прикрыта. Вот так. Знаете, такое видео. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот это примерно вот так. Здесь сейчас все сломаем. Слушайте, а нам много надо ломать-то. Я имею в виду, что тут не прикрыто будет много. Но с другой стороны, электричество рубит. Оно их как минимум будет затормаживать, а дальше я уж сам отстреляюсь. В этот раз мы чуть больше подготовлены по патронам. Скажем так, мы теперь на огнестрел перешли. Я думаю, что нам патронов хватит. Так, если меня никто не отвлекать не будет в виде кричалок, то мы должны... Тихо. Вроде бы нет. Они обычно вот оттуда идут. Я уже заметил, вот здесь всегда застревают. Прям это одна из чистейших их позиций. Так, ну что? Нам ведь надо, чтобы и туда ведь, да? И, кстати, я же перекрыть-то их не смогу посередине. То есть, замкнуть цепь. Ну ладно, самое главное нам защитить вот эту вот сторону, да? Значит, надо как-то вот сюда. И сюда. Слушайте, а я же могу одну использовать на два ряда? Или нет? Чисто так. Ну, заодно проверим. По-моему, могу. Так, если я ее сейчас... Давай крутись по всем сторонам. Вот если я сейчас вот так, я, по-моему, могу ее туда-сюда. Или она только вот как палка так туда и ведет. Если как палка, то нам надо ее чуть дальше ставить, да? Так, дайте подумать. Дайте подумать, как у нас там-то сделано. Кстати, да, кто заметил, у нас там рампа появилась, и я поставил эту самую. Мост. Мост влепил. Для мотоцикла, чтобы нам заезжать. Потому что, по-моему, вот эти... Читерный способ, как раньше мотоцикл проезжал через балки, не работает. Я, правда, сам лично не проверял, но я смотрел в роликах, люди не используют, значит, не работает. Так, если я это сюда поставлю, она будет туда бомбить, да? Смысл-то есть вообще? Чтобы нам и туда, по-моему, так... Я просто скрутить не смогу, если я сейчас влеплю. Ну ладно, если что, я клайм-блок то может быть поставлю. Так, это сюда. А, вот так, я думаю, надо будет делать, да. Во. Это сюда пойдет? Да, точно, я понял, как надо делать. Точнее, вспомнил, а не понял. Так, это сюда. Сейчас мы это дело подключим. И оно пойдет аж туда. Хватит у нас здесь блоков-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, ну, практически на всю. Я думаю, что более чем хватит. Так, здесь вот не обязательно, вот это надо сломать. Так, если мы сюда сейчас поставим... Ага. Вот так вот. Ну, в принципе, да. Хопа. Дальше она пойдет туда. Точнее, вот отсюда. А здесь тоже через одно надо фигачить. Здесь. Тогда получается вот это ломать. Да, тогда нам надо еще 4. Получается 8 на квадрат. Правильно? Ну да, 2 туда, 2 туда, 2 туда, 2 туда.
Так, а вот это пойдет сюда. Это сюда, это сюда. Все правильно. Оп. И тогда нам получается... Вот эти два не нужны. Зато у нас здесь будет все под защитой. Дальше мы, конечно, колея поставим, в любом случае. Но сам бункер будет под защитой электричества. Сюда же кричалки приходят у нас, правильно? А они нам не нужны. Так, это тоже сюда поставим. Хоп. Да, через одну нормально, я думаю. У нас и уголочек закроет. Закрыт будет. Все будет ништяк. Так, как бы нам это все дело подключить, чтобы у нас уже работала эта сторона, потому что она сейчас у нас жопа-то голая. Так, самое главное не упади, самое главное не упади. Теперь надо как-то перепрыгнуть это все дело. Хотя нет, знаете, рисковать не буду. Потому что я уже не один раз прыгал и ломал себе всю свою прекрасную задницу. Лучше я просто спущусь. Мне все равно выпрыгивать. Так, и насколько я понял, как эта фигня работает, а работает она не есть хорошо. Потому что тянется она нифига не отсюда. Вот, кстати, я смогу я прям так, херак? Ага, а я прям так смог. И я молодец. Только вот куда я подкрепился, надо бы подумать. Ага, вот сюда. Так, значит, вот это мы пойдем сюда. Сюда. Ага, не совсем правильно, да? Замкнуть-то я сюда не смогу. Ай, печаль, беда. А мне надо, чтобы сюда пришло. Ну, вы поняли, что вот эта сторона точно зашла. Мне лучше угол переделать, чем вот эту сторону. То есть это я-то продлю. Не, чисто теоретически я могу дальше поставить и еще продлить. Но это, скажем так, мне оборону-то ослабит, нежели чем усилит. Отсюда я туда вести криво будет. Просто я же замкнуть цепь не могу. Печаль, беда. Ну ладно, давай пока что на время включим, чтобы была работа. Чтобы работа, скажем так, была. Да ладно. Ну что ты издеваешься-то? Давай, перепрыгивай, колышек. Я знаю, что ты херово работаешь через вот эти все укрытия. Ты думаешь, что оно тебе преграда? На самом деле не преграда. Давай, давай, перепрыгивай. Ну, ёпарасатая. Да чё мне теперь? Тянуть через всю херню? Понимаете, в чем дело? Как оно себя ведет херово? Оно не понимает, что я как бы по прямой нахожусь. Оно хочет мне... О, получилось. Оно мне хочет по-другому вести себя. О, вот так могу. Думаете, не дотянусь? Вот видите, он поверху повел. Хотя на самом-то деле я-то не поверху. Во, и теперь зацепился там. Ну, отлично. Очень херово провода работают. Очень. Давай. Спадай. Ну, не поколем же мне бежать-то. Ладно. Здесь, в принципе, это уже не нужно. Вот на что спорим, сейчас я дотянусь. Прям в любом случае. Хотя, не знаю, девяточка тут точно есть. Он думает, что преграда, колышек, но на самом деле-то... Да возьми ты колышек. Кстати, как раз сюда надо было дойти.
демонтаж. В принципе, так даже удобнее работать. Так, давай. Дубль 3. Жик. Ну вот я про что я говорил-то. Тут фишка в том, что он любую пипку считает за преграду. На самом деле все нормально. Так, все. Отлично, здесь сделали. Теперь. Сюда-сюда. И можно вести дальше. Я думаю, что да, надо будет ломать, иначе я просто не проведу. Ну, погнали. Так, у нас еще осталось, да, две. Как раз на поворот. Эта сторона у нас, кстати, уже... А, ну она не включен генератор, так-то у нас подключено. Ну, заодно проверим. Топливо надо было взять с собой. Третья ночь уже, по-моему, приходят эти полицейские, которые плюются, да? А значит, нам будут немного ломать. Причем могут серьезно поломать. Ну, не знаю, выдержим. Скорее всего, выдержим. Мы просто обязаны выдержать. У нас даже винтовка есть. Так, раз, два, значит, еще одну. Лучше сейчас это подготовим, чтобы у нас уже готово было электричество тут. И погнали, мы уже в следующие дни будем спокойно лутать себе и ни в чем себе не отказывать. Так, раз, два, три. В принципе, да, через одну как раз. Давай, ложись, детка. На пол. Опа. Правильно. И давай я сразу тебя протяну. Хотя все это зря, потому что ту я начал неправильно. Так, и тогда отсюда пойдет сюда. Зато если они добегут, а они ломали у нас в прошлый раз. Блин, не тут ломаю, да? Кстати, я тут не чиню нифига ничего. Мне тут... Достаточно много ходит-то зомби. Так вот, они ломают же у нас постоянно. И они доходили. А теперь будет все так, что если даже они и придут, точнее, дойдут, то здесь они помрут от электричества. А если и не помрут, то они застанутся, и я их застрелю. Так, ну что, так же, да? Оп. Так, и колышки надо вернуть. Все, нормально. Давай теперь подсоединяем отсюда до сюда. И это пойдет туда. Все, это пока пусть тут. Так, я верну сюда пару колышков. А вот теперь кто-то пришел. Ну, я-то знаю, кто пришел, да? Вы тоже поняли. Так, ну тут нормально. В принципе, все, пусть оно так и есть. Так и будет. Так, что еще? Что еще нам надо сделать? У нас там проблемы похлеще есть на самом деле. Я их еще не озвучил. Так что напишите мне потом, как с ними бороться. У нас там ломают решетку очень знатно причем. Потому что они же как? Если поставить дверь, то зомби идут напрямую в дверь. Если поставить забор... Они как бы по кругу ходят. Им они не знают, куда ломиться, да? Если поставить ворота, они тоже будут ломиться в ворота.
А у нас там стоит решетка. И они спокойно себе ломятся в решетку. А так как решетка, она центральная, да, она же сделана не по окончанию блока, а центральная. Центровка у него, в общем, такая. Ну, что вам рассказывать? Вот, как вот эта вот решетка, да? И они запрыгивают. Ну, они как бы и здесь могут запрыгнуть и ломать ее. И здесь-то уже ни электричества нет. Ничего не работает, да? То есть, если они в блок упираются, их электричество же жахает. Если они запрыгнули, то все, им ничего не мешает, они спокойно ломают. Так что... Это первая проблема. Вторая проблема то, что решетка, которая закрывается, она тоже посередине. Ну, вот как здесь. И они спокойно, если прошли, то ломают. И это не есть хорошо. Так, здесь чуть-чуть восстановили, да? Пистолетов, кстати, да, понаприносили там мне. Да хренища. Так, ну тут электричество вроде все нормально. Вот здесь я еще поставил электронку. Правда, я не замыкал, потому что иначе вся схема нахрен сломается. Так, вот это давай заделаем, пока я с бетоном пришел. Так, и надо парочку-то оставить. Я думаю, хватит. Так, ну все. Заодно они здесь падают. И на колья. Я здесь колья, естественно, понаделал. Вот одна уже кто-то упал. Пусть падают. Здесь-то решетка вообще как работает? А почему не работает? Слушайте. Я же подключился к вот этой. Не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все работает. Давайте на своей шкуре проверил, да? А здесь я тоже, да, я тоже подключился, все работает. Все хорошо. Ложная тревога. А я уже думал, что-то сломалось. Так вот, вот здесь я поставил вот такую хрень. Тут ни хрена она не стреляет, ребят. Кстати, ее уже порушили, блин. Или это решетку сломали, не понял я. Юмора. И вроде бы все подсоединено. Подключился я от вот этой штуки. И вот эта сигналка, видите, она тоже такая мигает, вся подключена. То есть если здесь проходит зомби, по идее та фигня должна в него стрелять. Но она нифига не стреляет. Здесь, кстати, колючку везде поставил. Чтобы она как бы не давала им ближе подходить, видите? Потому что иначе ближе они подходят, и они ломают решетку мне. Зря, мне кажется, вот эту решетку я впендюрил. Ну да ладно, есть и есть. Может быть, в дальнейшем я ее вообще уберу оттуда. Просто как-то выходить надо нормально. Ну, теперь я, правда, психанул и сделал вот эту рампу. Так что мы теперь через рампу будем выходить. Ну, выезжать точнее даже, да? Что нам выходить? Так, что я хотел взять-то? Я хотел топливо взять, чтобы включить. И нам надо еще сделать эти штуки электрические. Так что погнали. Так, что-то мне тут понапортили. Чуть-чуть. Оп. Да, и огород, кстати, надо бы собрать. Правда, он не весь зашел, да? Так, а давай я... Тихо. Тихо-тихо. Все перебрал, да? Вот так. Как удобнее грибы собирать-то, наверное, сидя. О, надо главное темп поймать. Тогда все это делается гораздо легче. Так, грибочки пришли. Кстати, я сделал там две или три, по-моему, удобрялки, но они так долго делаются, ребята, я прям в шоке был. Из вот этого, из мяса зомби, там прям миксуется это все в этой, в бетономешалке очень долго. Там, наверное, минут 30 там эта фигня вся будет делаться, там 5 штук.
Может, конечно, ее намного хватает, надо будет сейчас сделать. Кстати, я ее сюда принес или нет? Нет, не принес. Так, ладно, грибы. О, много, кстати, грибов-то. Много грибов, это хорошо. Вот он, наш мотоцикл. Кстати, я тебе, по-моему, не... А, нет, разгрузил. Все хорошо. Так, дверь у нас теперь вот такая. Здесь у нас решетка. Это я специально, чтобы отстреливать, если вдруг уж прям совсем. Здесь все загружено. Но можно немножко дотопить. Так, чуть-чуть добавили. Пойдем вниз. Вниз. И нам нужны электрические штуки. Так, они делаются из пластин и вот этих. И, по-моему, вот это. Так, это сюда. Металл сюда. Ну что, давай. Понеслась. Так, вот этих сколько там надо было? Две поставил. Значит, туда еще две и одна. Три. А давай лучше четыре. Потому что там с одной стороны надо две. А с другой стороны нужна еще одна, чтобы замкнуть. Иначе у нас там не до конца доходит. Правильно я понял все. Тестировал вот эту хрень, но почему-то я так и не понял, как она работает. Она что-то сразу завизжала, я ее скрутил нахрен. Поэтому пишите в комментариях. Хотя я видео смотрел. Надо бы еще вот такие прожектора сделать, было бы неплохо. Кстати, насчет прожекторов. Может, соберем, что там, металл, скотч, вот этой фигни, правда, много надо. Но я накрутил, я много чего накрутил. Поразбирал фигни всякой. Так, в принципе, недорого, да? Металл. И вот это. Так, замиксовалось у нас тут. И отлично, еще один стак. Ну, давай. Чего не хватает? А, все правильно. Все правильно. Не взял, не взял. Вот это не взял. Так, ну сколько могу? 12 нет. 12 нет, 4 давай. Сколько у нас там... Останется у нас еще. Все просто 32 штуки, однако. Но с другой стороны, я же их скрутить потом смогу вроде бы, да? Если у нас клайм-блок-то будет. Смогу. Так, давай, и, кстати, клайм-блок, давай попробуем еще один. Блин. Там соточка нужна. Но с другой стороны, он в любом случае нужен, ребят. Без него никак. Потому что здесь-то у нас везде есть, а там нету. Надо его впиндюрить. Так что давай, да, клайм-блок. Без него никак. Так, это не стакается, да? А, не стакается. Просто фонари нам сейчас там всю поляну осветит. И будет очень даже хорошо воевать. Хотя надо бы везде поставить их. Так, ну 4 минуты это достаточно долго, поэтому мы побежали. Что нам тут? Только вот единственное. Попьем. Ого, нифига, сушняк какой. А, ну правильно, я там работал, жарко было. Поедим, восстановимся. Ну, электричество нормально так жахнуло-то по нам. Там где-то 25 точно срезает за раз. Вкусно поели, вкусно попьем. Отлично. Во. Так, ну что там, еще 3 минуты? Нет, ждать я не буду. Трам-пам-пам, фреймы... А, вот эту еще штуку можно впиндюрить, вот. Либо поставить сразу вот эти штуки. Но опять же, я так и не понял, как они работают. Им нужна по-любому сигнальная вот эта подача, то есть сигналка.
То есть надо растяжку ставить, иначе они не понимают, когда им стрелять, правильно? Можно, конечно, включить их напрямую, чтобы они постоянно стреляли, но тогда они отстрелят боезапас там буквально за полминуты. Блин, вы поняли, что я не взял? Топливо не взял. Чтобы нам подключиться-то. Конечно, опасно все это дело в подключенном состоянии делать. Но нам главное заправиться. Там, если что, рубильник будет, правильно? Нам в любом случае там нужно будет... Так, что нам еще там понадобится-то? Да, в принципе, все. Да эту штуку я никак не доделаю. Здесь нам не хватает двух. Буквально. Так, и давай, наверное, с запасом возьмем. И еще один двигатель туда. Хотя нет, не вот этот. Там же без разницы, какая мощность. Вот этот возьмем. Ну, как-то так, погнали. Стой, а может уже сделалось? Пока я тут разговоры разговаривал. 1,5 минуты. Давай подождем пока. Так, а пока я жду, давай-ка мы полезным чем-нибудь займемся. Например, запетоним себе стены. Почему я здесь не сделал? Я вот думаю, может быть, еще куда-нибудь внутрь там стенки пойдут. И вот здесь я начал делать комнату. Это будет у нас светогенератор и так далее. А мы тут все перенесем, потому что сверху я хочу генератор вообще скрутить сюда. Поэтому здесь будет, скорее всего, комната. А вот туточки точно ничего не будет, поэтому мы забираем. Хотя, можно тоже сделать ящики. Что вот этих ящиков что-то маловато нам. Да, хотя можно доверху дойти. Или вниз туда потом их пиндюрить. Да ладно, тут я думаю, что нафиг они нам. Заделаем полностью. Чтобы я спал спокойно, что у нас эта сторона залеплена. Так, давай. Все, готово. Так, вот здесь еще надо было бы выкопать, но это потом. Готов у нас блок? 17 секунд. Отлично. Так, это сюда. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Так, лампочки еще понадел. Вот этих штук можно еще сделать. Давай-ка мы сделаем еще десятка 2. Чтобы было. И. Что еще нам нужно такого? Ну, в принципе, нормально. Можно колев понаделать. Пока я там буду строить все. Так, мы колев понаделаем еще. Ну, штучек хотя бы 35. Погнали. Зато мы сегодня за день сделаем себе оборонку. И можно будет следующий день уже посвятить поездкам по... нашему мегаполису. Здесь у нас еще, смотрите, сколько все открыто. Поездил, покатался. Город я нашел. Но большой город я так и не нашел, ребят. Ну, времени не хватило. И к тому же, скажем так, что такое, темнеет, что ли? Походу, темнеет уже. Так, сюда добавил. Заправлю. А, я у меня заправлено. Отлично. Ну, тогда вот сюда я скину топливо. На всякий случай. Пусть оно всегда здесь будет. А мы погнали. Кстати, люк, да, надо сделать бы нормальным. Все. Дальше сталь, как говорится. Да. А если я клаймблок туда внутрь-то впиндурю? Впиндурю. Он у меня наверх-то вообще как, бьет или нет? Если я вниз его поставлю, он меня вообще до потолка, до какого добивает? А ну-ка давай проверим. Высота его. Каков твой... А, ну он, в принципе, высота-то, наверное, дофига бьет. Так что можно смело ставить. Так, и давай-ка мы тебя впиндюрим, наверное, вот сюда посерединке.
скажем так, точка. Оп, умылся. Трым-пом-пом-пом-пом-пом. Погнали. Ну все, теперь я могу скручивать, да, всякие фигни. И это меня радует. Бульк. Закрыли. Так, нам нужны вот эти штуки. Да, вот теперь все зеленое, все меня радует. Так, у нас есть 2 часа, чтобы доделать конструкцию нашу. Зато теперь я буду и здесь спокойно спать. Я буду знать, что у нас здесь все хорошо под защитой. Что у нас здесь, даже если кто-то прибежит, у нас здесь спокойно есть электричество, которое также будет зомбиков-то крошить. Если они уж дойдут, если какую-то стенку пробьют. Точнее, не стенку, а оборону из кольев. Здесь-то они помрут спокойно. Так, давай-ка мы... Ага, ёпрос, это кобблстон-то не взял. Надо будет сбегать. Так, сюда. Раз, два. И сюда. Раз, два. В принципе, осталась-то фигня. Интересно, в этот раз тоже с этой стороны побегут все? С двух сторон, уже две орды с одной и той же стороны побежали. Так. Блин, плохо, что эта стенка не заделана. Кобблстон непрочный. А у меня, я не помню, был кобблстон или нет. По-моему, был. Ну ладно, мы его, в принципе, можем быстро понапихать. Можно и ночью сделать. Ночь, конечно, я скипану без вас, потому что и... Запись нет смысла ночью копать, что-нибудь буду. А сейчас мы с вами достроим всю эту байду. Так, все, теперь я ходить могу спокойно. Давай-ка мы сразу вот эту штуку поставим. Отсюда она побежит сюда. Так, и зелененькая в случае чего я смогу в любом случае переделать. Так что можно не бояться. Оп, сюда и давай сюда. Сюда. Но самое что интересное, сюда-то я не смогу пиндюрить. Хотя я могу до вот этой довести, и хрен бы оно бы, в принципе, да? А почему бы нет? Оно ж там идет, идет. Хопочки. Самое главное, там не замыкать и все. А ну-ка, давай проверим. Моя система работает или нет? А ну-ка, иди сюда. Так, отсюда я беру. Вот сюда я втыкаю. Что такое? Втыкайся. О, я уже думал, не могу. Не надо мне, я тут все просчитал. Так, и вот сюда затыкаюсь. Все, и у нас тут все работает. Самое главное, вот это пересекается. Вот это пересекается. Конечно, вот эта вот часть у нас не защищена. Получается, да? Надо было сюда догнать, да? А смогу я вот сюда ее поставить? А почему бы как бы нет, да? Слушайте, а сюда, по-моему, я могу ее... А, нет. Стой, стой, стой. А ну-ка, иди сюда. Вот прям совсем близко я поставлю. Во, могу ведь. Или она здесь и стояла? Подожди, что-то я тупанул немного.
По-моему, она тут и стояла, да? Да. Что-то я прям совсем. Ладно, 2 часа ночи. Извините. Вот что мне не нравится, они на них подпрыгивают. И это как бы не есть хорошо. Сюда я просто не смогу довести, правильно? Оно же мне не даст. Если вот я, к примеру, вот, допустим, отсюда взял. Хоп. И он не дает мне, да. Как бы законтачить так не могу. Ну и ладно, хер бы с ним. Все, работает, работает. Хотя, можно было бы ее дальше провести. Значит, у нас угол не завершен. У нас одна-то, в принципе-то, есть палочка-то. Пиндюрить ее сюда, да и ладно. А можно и второй ряд по баронку сделать с электричеством. Вот сюда ее впиндюрю сейчас. Только развернуть. О. А ну-ка. Если я отсюда до туда дотяну. Во, вот теперь все работает. Все, теперь можно включать, но сейчас мы немного заколышматим. Хотя бы вот эти стороны. Ага, как я пройду там? Я ж там никак не пройду, да? Потом. Тогда давай вот эти стороны. Какие у нас там пробомбились? Никакие не пробомбились. Ну, в принципе, нормально. Под ними нельзя поставить. Но вот между можно поставить. Сказал, да? Отлично. Под ним нельзя, между можно. Страйк, что херню паришь? Ладно. Вот так сделаем. Не видно уже ни хера стало. Ну что ты туда-то не хочешь? Это странно себя ведут колышки. Они, в принципе, всегда так были. Но сейчас по-особенному. Так. Все, у нас есть защита. Теперь надо ее включить. Че, в принципе, бегу, я могу и отсюда. Этот столб я вообще, в принципе, планирую сломать. Ну, пусть будет, потому что... С него можно лутать. Я же, помните, впрыгивал в одной из орды. Я рисковал и спрыгивал. И даже очень неплохо так лутал. Так, хватит и на этом. Особо тут. Здесь у нас нет кобблстоуна. Жалко, что нету. Так, коли я тут оставлю. Вот эти штуки я тут оставлю. Фонари сейчас мы прикрутим. Не, клаймблок правильно, он здесь нужен, в любом случае. Тихо, тихо, тихо. Так, пока что врубим. Так, а мы там вообще включили? Нам же надо обязательно коннектин сделать, законнект. Но зато правильно, что я сделал с переключателем, потому что ту систему у нас без переключателей. Я немного беспокоюсь, что... Я-то ее никак не пробегу. Нам надо по-любому перепрыгивать. Надо бы сделать там тоже по уму, чтобы был переключатель. Вот здесь, кстати, я начал тоже копать. Мы будем вырываться. Там потом съезд я сделаю, гараж будет. Ну, я примерно так наметил планы. Так, что я хотел-то? Кобблстоун хотел. Есть? Ну, чуток есть. Что еще надо? Вот, даже, кстати, ворота уже сделал. Может, вот эту впиндюрим? Или вот эту штуку? Но это надо там рассчитывать прям так супер-пупер все. Давай вот эту закрутим. И пусть она там вообще все на кишки наматывает. Давай попробуем. Я еще такую штуку никогда не ставил. Может, она вообще тащит.
А прикинь, такой в проходе здесь поставил. Во. И пусть она тут со всех сторон миксует миксер. Можно же... О, кстати, здесь уже можно это... Смело ставить ее. Это идея. Можно же здесь прям так защиту зафигачить нормальную. Так, ладно, там уже считанные минутки, да, идут? Считанные минутки. Так, хорошо, что стали нет. Вот так я сейчас засталился. Здесь вот доделаем то, что не доделано. Идем дальше. Никого нету. Это неохота встречать полуорду. Да. Молодец. А как я сейчас буду делать, если у нас тут все сейчас под электричеством? Ну, в принципе, мне особо-то и не надо. Зомби-то вроде ночью слепые. Так, что такое сейчас сломано было? Так, это сделано. Блин, а я же реально сейчас не смогу. А ну-ка, я могу так отключить? Отсюда. Откуда-то дотянусь или нет? И это я уже все тут заделал. Ёпарасоте, уже все заделал. Зря только выпрыгнул. Давай обратно. Надо выключать, иначе я не смогу. Хотя я могу отсюда прыгануть. Но, боюсь, не допрыгну. Так, давай тогда все-таки выключим. Пока что. Да? Надеюсь, вот так оно все работает. Так, а как бы мне прям так сразу бы сигануть вот сюда, наверное. Оп. Все, пойдем я. Починю. Так, и вот здесь нам надо. Во. Что еще у нас тут не дадит? Какая шустрая. Прям смотри, как будто это бежит. Вот, вот видите, она запрыгнула. Ее нифига не шиндарахнуло током. А, вот теперь шиндарахнуло. Так, здесь все есть. Наверху есть. В принципе, здесь все хорошо у нас. Все, тогда. Раз у нас тут все хорошо. Значит, я забетонил. Можно, конечно, поверху пройтись этим самым. Но это я могу и оттуда. Ну да, здесь надо все уже досконально уже забетонивать. Так вот. Не доделал. И Коля все там оставил, да? Так, дотянусь. Открой дверь. Не дотянусь. Ну что ж, я так туплю. Короче, опять бежим наверх. Беготня у нас серия. Но с другой стороны мы делаем. Что запланировали, как бы все готово. Прикинь, такой прыгаешь и посередине блока, и вниз полетел на колях. Как весело. Так, я хотел вот это взять. Коблстон, я думаю, тут оставим вместе с бетоном. Пока. Потому что будем все это делать, заделывать.
Тут ничего у нас не лежит. А, нет, тут хлам еще остался. Ты, ой, ты смотри, еще и бетон. Понеслась. Ну-ка, электрошок сейчас заработает. Не дойду, да? Ну, ребят, ну вы что, давайте хотя бы хоть один добеги. Конечно, не самое удачное время, чтобы делать тут прям ночью все. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы ночь была, скажем так, с пользой максимально проведена. Так, а я выключил? Да. Так. Вот так вроде бы без палева. Ночное видение они не палят. Они палят фонарь. Поэтому если за ночное видение поставить, они меня не увидят, да? Главное, чтобы не учуяли. Так, поле выбираем. Спрыгиваем. Ну, погнали. Так, подожди, коли я не могу. А вот эти могу под низ? Нет, только с этой стороны, да? Только вот так. Ну, вот так я, в принципе, и коли мог. Коль я мог, коль не мог. Оп. Оп. Оборонку надо увеличить. Чтобы на крайняк. Сначала вот это сломали, а потом уже и бж-бж-бж-бж-бж-бж заэлектричились. То есть, если вдруг... Для чего я это сделал? Ну, вы понимаете все. Если вдруг, даже если... Они прорвут... Колья, а они всегда прорывали. Даже первая орда прошлась, прорвало здесь до стены. Вот как раз до вот этой стены оно пробивали. То я здесь буду спать спокойно, как бы. Даже если я останусь с голой жопой, без кольев, у меня будет электричество. В дальнейшем, я тут все переделаю. На какую там уже следующую волну. Мы будем полностью уходить от этого всего. Древнегреческого на древнекитайский, блин. Так, здесь пусть вот такие штуки будут, почему бы нет. Где кто? Выходи. Вроде пока тихо. Кстати, если я на свету, они же меня вроде палят, да? По идее, должны палить. То есть, если я в темноте... Вроде как без палева. А если я вот здесь буду стоять, она же меня увидит. По идее. Или нет. Так, давай-ка мы подумаем, что делать с светильниками. Светильники. Ого. Смотри, зелененькие. Значит, могу крутить смело. Вот сюда бы я поставил. Прям и перевернул бы куда-нибудь. Но насколько я помню, точнее не помню, а знаю... Сейчас их можно перекручивать. Я имею в виду сам. Тут вот, куда он светит, сам фонарь, можно скручивать. Так, давайте забетоним сначала.
Ага, я же выложил. Возьмем, это включим, все, система работает. У нас тут все было прочно. Ну, заодно и уровень. Так, все, коблстон у нас кончился. Давай тогда ставить фонари. Хотя бы один сейчас поставлю. Так, и по-моему он... Во! Вот так мне надо, наверное, да? Ну, я думаю, да. И да, ему же нужно по-любому... Все, я его просто так включить не могу. Видите? Вот, и я могу вроде как направить его, да? На какую кнопку мне надо нажать? Чтобы тебя направлять. Левый клик. Левый клик. Right click. Как в тебе войти? Там какая-то кнопочка есть входа. Ага. Не вижу. Скажете, вот туплю вообще. А, подожди. Может, пока не подсоединю нельзя? Что-то я так и не понял. Как он тут у нас вообще функционирует-то? Давай, я тебя запитаю. В принципе, питаться ты будешь, наверное, сразу напрямую. Хотя ты нам нафиг нужен-то. Не, ну я же могу его еще выключать отдельно, освещение. По идее могу. Дотянусь я отсюда. Так, включить могу? О, могу. Так, ну в принципе ты и так-то неплохо светишь. Ага, во, надо было все-таки эту самую. Ого, смотри какая. Женщина с веслом. То есть надо было сначала запитать. Все понятно. Так, вот давай куда-нибудь вот сюда свети. О, пусть светит. Так, ну, в принципе, тогда можно поставить все. Единственное, их надо будет выключать. А еще лучше поставить их на релюшку, чтобы они мне выключались. Скажем так, когда ночь включались, когда они ночью выключались. Ой, это было лишнее. Ладно, сейчас сначала перевернем. Все. Надеюсь, мы там дальше снизу забетоним. Так, и надо бы их, наверное, все вместе подключить через одну. Я же могу от него к другому питать. Могу. Круговая система. Все, все четыре работают. Отдельно мы их выключаем. Нафиг они нам сейчас. Правильно? Пусть они светят только когда будет ночь. Все, теперь у нас, по идее, есть даже светильники. Которые будут нам тут оборонку держать, подсвечивать. Если, скажем так, ночь настанет, я его включу. Куда это не особо далеко.
Ну ладно, мы это еще поправим. Самое главное, нам подсвечивается. Вот здесь еще надо фонари поставить, кстати, вот. Да, с этой стороны я влепил, вот здесь у нас еще... А, ну они есть, но они далеко. Вот здесь надо еще понапихать фонарей. И, ну и, в принципе, нормально так. Здесь я все-таки факелы-то оставлю. Пусть они нам внутри тоже подсвечивают, чтобы попозитивнее было. Все. Чтобы было чуточку попозитивнее. Во. Так, все, у нас остался... Коблстон кончился, все, закрываем. Это пусть у нас теперь всегда включено, потому что, что, нормально все. Что здесь оставляем? Это я забираю. Гаечный мой. Вот эти штуки я оставляю. Так, вот, вот это я еще хотел крутилку впендюрить. Хм, а куда бы ее впендюрить-то? Давай подумаем. Если вдруг я захочу ее куда-нибудь впендюрить. Ну так-то явно здесь микс не получится. Надо бы ее куда-нибудь замиксовать. С этой стороны я не так не сделаю, да? Надо с той было стороны сделать. Во. Прикинь, так бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик. Чтобы на случай, если вдруг он кто-то и сюда и попал, то вообще, во, прям потолок. Крути меня полностью, называется. Но оно же меня тут зафаршует просто в мясо. Поэтому надо с той стороны. Ладно, с этими штуками мы еще поиграемся, может быть, в следующих сериях перед Ордой. Чтобы было. А сейчас пока что... Ну, я думаю, даже здесь оставлю ее. Коблстон тоже здесь оставлю. В принципе, все, что хотели мы сделать, мы с вами сделали. Даже, я думаю, что больше, чем планировалось. Защиту на электрику мы сюда впиндюрили. Здесь все у нас работает. Время уже час. Еще осталось 3 часа. За 3 часа я, наверное, может быть, еще покопаю здесь. Забетонирую. Забетонирую. Давайте печки мы можем уже, в принципе, включить. Потому что я все наземные работы-то сделал. Что нам по печкам там? Надо вот этих штук еще понаделать. Но 400 явно не надо. Давай хотя бы 200. И стали давай штучек. Так, что у нас там? Ну, хотя у нас ничего там не стесалось. 50 давай. Я буду спать спокойно. Решетки 11. Вот решетки бы нужны. И вот этих штук давай. Штук 40 мне. Про запас. Все, здесь делается. Дальше здесь печь. Пусть пекет мне цементик. Ну и все, на этом я с вами прощаюсь. В следующую серию приходите, смотрите и увидимся. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, если нравится видео. До новых встреч. Пока-пока.